В Каспийской многопрофильной гимназии номер 16 состоялось вакцинирование желающих от сезонного гриппа и пневмокока. Данная процедура необходима для формирования коллективного иммунитета, ведь пневмокок является причиной многих пульмонологических заболеваний. Мы вакцинируемся не для того, чтобы самим быть здоровым или спастись от каких-то болезней, а для того, чтобы люди вокруг нас не стали больными из-за того, что мы их заразили и мы перенесли им болезнь. Мы входим в тот контингент риска, который может заражать других гриппом. То есть мы общаемся с большим количеством людей, находимся в присутственных местах, в школе, посещаем различные государственные учреждения, контактируем с большим количеством людей. Поэтому нам необходим иммунитет от гриппа, для того, чтобы, придя домой, не заражать своих старых родителей, не заражать своих детей, своих близких и не способствовать эпидемии гриппа. Вакцинация проводится современными препаратами Ультрикс и Превенар. Человеку измеряют давление, температуру, пульс, а также просят заполнить специальную анкету, где указывается при наличии хронические заболевания и особенности здоровья. Сразу после введения прививок пациент может на протяжении короткого времени испытывать лишь неприятные ощущения в области места укола. Других симптомов не наблюдается. Сегодня в числе первых вакцинированных были руководитель территориального отдела Роспотребнадзора по городу Каспийску и Карабудахкенск району Абдурагим Дибиров и начальник управления образования Каспийска Лариса Абрамова. Мы получили по две прививки. Все замечательно, все прекрасно. Жизнь хороша. И я думаю, что мы точно уже никого не заразим. Это святое, самое святое. Напомним, что в Дагестане, а в частности Каспийске, продолжается активная кампания от гриппа и других инфекций. Специалисты призывают население не откладывать прививку, чтобы уберечь себя и своих близких от заболеваний. Делаются добровольно.